Приветствую, друзья. Хочу сделать такой краткий обзорчик пылесоса Vacuboy. Моделька у нас 85-H5-H28. У нас он работает как у 220-230 вольт, потребление 260 ватт. Так переключать можем на 12 вольт, потребление 175 ватт. Сюда подключается вот такая вот вилка. И включаем пылесос в розетку. Кнопка включения у нас находится сверху. Так, открывается чудо-устройство у нас так. Сюда попадает весь мусор. Также есть стопор, чтобы мусор назад не вываливался. Потом ставится моющийся вот такой вот фильтр. Его можно спокойно помыть и высушить под водой. Также имеется еще один фильтр, который не допускает попадания всякого мусора в двигатель. Пылесос довольно мощный. Большинство используют такие же пылесосы при заправке лазерных принтеров. Также можно использовать его как автомобильный пылесос. В комплекте идет вот такая вот одна длинная насадка. Вот. На нее же одевается ёршик. Тут засасывается пыль, то есть с труднодоступных мест можно там грязь вычистить или тот же тоннель, если есть принтер. И надевается вот такая вот насадка. Здесь также самое есть щеточка. И пылесос, коврики какие-то и прочее. Мощность у пылесоса довольно большая. Ну, давайте продемонстрируем, к примеру, на тряпке. Зажимает его, просто не берет вытащить обратно. В общем, вот такое вот чудо устройство. Здесь можно перерезать и добавить еще сразу с другой стороны, сделать вилку, прикуривать их, то есть чтобы один и тот же кабель использовать и так, и так. В комплекте, к сожалению, нам не достался провод для прикуривателя, только провод от 220 вольт. Но аппарат стоящий, как вы видите, в очень хорошем состоянии. Спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал. Всего доброго!